Всем привет! Хочу показать, что появилось нового в Дубай Молле. На самом деле есть некоторые изменения, появились новые аттракционы. Я как раз сегодня хочу их и показать. Очень много поставили вот таких вот качелек, на которых можно кататься. Это бесплатно. И дети, и взрослые катаются с удовольствием. Вот здесь очень много таких каруселек поставили. Вот они. Вот так вот можно кататься на карусельке на новом аттракционе возле фонтана Дубай Молл. А на парковке, на Гранд Паркинг, со стороны Гранд Паркинга, на уровне, на втором уровне, Питу называется, поставили вот такие вот капсулы, в которых можно отдохнуть и поспать для тех, кто устал. $40 стоит один час. Дополнительный час 20 дирхам. Аренда подушки 5 дирхам. 2 часа 75 дирхам и 3 часа 95 дирхам. А вот для тех, кто хочет поспать, вот эти вот капсулы, они закрываются сверху, и получается ни свет не мешает, ну и, конечно, такая вот создается зона комфорта. То есть вас никто не видит, что вы спите. Вот, вот так вот выглядит эта капсула в середине. Ну, в общем, если вы устали в Дубай Молле от покупок, можно зайти сюда и немножечко отдохнуть, поспать. И вот такая вот скульптура, изготовленная из 20 тысяч воздушных шариков, висит в Дубай Молле. Получается, она висит рядом с галереей Лафайет, насколько я понимаю, да. Рядом с галереей Лафайет ее можно увидеть. Кстати, вот в длину вот эта вот штука 18 метров. Она вдоль всех трех этажей Дубай Молла свисает. Ну, вот я не знаю. Вообще, вот артист, который изготавливал вот такую вот скульптуру, он прославился тем, что он изготавливает различные вот скульптуры из шариков, и все они выполнены в виде каких-то бактерий, каких-то микроорганизмов, не знаю, иногда животных. Поэтому вот мне это тоже напоминает какую-то бактерию, если так честно быть. Но, конечно, интересная штуковина, и интересно на нее посмотреть. И просто представьте эти масштабы, эти все шарики между собой соединяли для того, чтобы изготовить ее. И это проект однозначно сразу разрабатывался каким образом. Кстати, вот сверху они сделаны желтые, да, вот оранжевые. А в середине еще есть один ряд шариков прозрачных. То есть там, получается, два ряда шариков идут для такой скульптуры. А еще в Дубай Молле открылся парк виртуальной реальности. Вот он. Открылся он рядом с кидзанием на самом последнем этаже, вверху. И это вход. Сам вход сделан довольно-таки интересный. Я думаю, в самом парке, так называемом, будет еще интереснее. Сегодня мы в него не попадем, но обязательно сходим сюда и сделаю видео, обязательно покажу, что здесь есть. О, как здесь прикольно все сделано. Пойдем на второй этаж посмотрим, или пока на первом? Это я сразу показываю, какие здесь есть аттракционы, но, по-моему, прикольно будет посетить. Смотри, чужой, видишь, какой сверху. Кабина, лифт, да? Да, лифт. Лифт, да. Лифт это старый. Лифт с акулами. Ну там совсем, там вот акулы всякие, это, реалисты, всякая фигня. Вот ты в лифте, тебя куда-то погружают. Пауки. Прикольно.
Здесь каждый аттракцион покупается отдельно, поэтому можно выбрать, куда идти. Начинаются цены от 15 дирхам и до 45 дирхам за один аттракцион. Это вот с очками виртуальной реальности аттракцион. Еще одеваешь на руки тоже, видимо, стрелять. Это вот спортивная арена здесь. В виртуальном мире играешь в спорт. Футбол, баскетбол. Всем на вид выбираешь виды спорта. Четыре вида спорта есть. Бег, бокс. Есть вот такие вот карусельки, на которых можно кататься. Аттракцион, который называется «Мумия». Надо, в общем, пойти сюда и все здесь попробовать, во все поиграть. Ну, в общем, вот, езда по пустыне, катание на воздушном шаре. Мир виртуальной реальности на автобусе. Сверху это на пустыне, по пустыне, ну, да, катаешься. Заходишь, там садишься. Он туда заезжает потом. Сафари и, там, видимо, по пустыне. Есть еще Дубай дрон. Летаешь, видимо, по Дубаю на дроне. Сверху смотришь на Дубай. Ну, это я так понимаю. А вообще сам дизайн здесь очень классный. Все в перевернутом виде. Вот Бурдж-Халифа, огромная Бурдж-Халифа через все этажи проходит в перевернутом виде. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.